Всем привет, ребята! И сегодня у нас с вами будет небольшое разговорное видео. Хочу запустить вопрос-ответ. Может, кому-то из вас хотелось бы что-то у меня спросить не только про видео. Поэтому с сегодняшнего дня и приблизительно до 3 января 2017 года я принимаю ваши вопросы в комментариях под этим видео и под записью в группе, ссылка на которую в описании. Кроме этого, хочу напомнить, что в моей группе есть специальное обсуждение для ваших мнений о моих каналах и о моей группе. Я всегда рада выслушать ваши пожелания и вежливые конструктивные мнения. Сейчас на экране вы видите переписку Миссис Дозанат и Frozen Histories, которую мне скинула подруга. Так как девчонки утверждают, что им терять нечего, и по моей просьбе высказать мне все в лицо не хотят, то я хочу привести их в пример того, какого формата критика не принимается, тем более, если она за спиной. К слову, сейчас на скриншоте вы видите дату добавления моего первого опровержения, которое сейчас в закрытом доступе. Я очень много закрывала глаза на подобные высказывания за моей спиной, и я хотела бы в конце концов почитать мнение о себе лично, а не через третьих лиц. Если вам есть что мне сказать, в вашем распоряжении обсуждение в группе и сообщение группы. И если вы действительно напишете что-то достойное внимания, я приму к сведению. Я предвкушаю налет людей, пытающихся яро защитить вышеупомянутых подружек. Хочу сказать сразу, не тратьте свои нервы и силы. Все эти комментарии будут удалены, а пользователи заблокированы. Особо агрессивные получат жалобу администрации. Жду ваших вопросов и мнений. Всего вам наилучшего!